Сейчас мы находимся в Уолмарте. На следующей неделе в Америке большой национальный праздник. И все печеньки посвящены национальным цветам. А тогда сколько можно было брать? Вот такие всякие. И американцы их очень любят. Еще вот такие. Это называется капкейк. Дети их просто обожают. Еще вот такие вот всякие капкейксы. Не знаю, они считают, что за день рождения без капкейка. Это такие бисквитики, сверху кремы, разнообразные украшения. Так, эти такие, это лайм написано. Ну, я себе представляю, какой это лайм такого салатового цвета. Звездочки, опять же, национальные. Sugar cakes. И мне кажется, вот эти вот самые такие вкусненько выглядят, вот эти печеньки. Вот такие всякие лавашики, как я их называю. Но для испанцев это тако. Вот они есть разного цвета. Есть вот такие вот, как... со шпинатом, вкусненькие, беленькие, это кукурузные, чиддер написано с сыром, вот такие вот всякие whole wheat, это значит цельнозерновые, вот, в общем, их куча всяких вот, сверху просто беленькие. Нужен кетчуп, да не любит кетчуп, так, мы пришли, вот, он, значит, такие две упаковочки идут, 5.96, где я их возьму? Всякие приправы, соусов миллион. Просто миллион. И майонезных, и всяких. Вот, всякие барбекю. В другом ряду японские соусы, китайские. Вот они. Так, пришли сюда искать вкусную овсянку. Lower sugar. Вот такой вот попробуем. И еще надо обычную овсянку найти. Ну, вообще утром очень легко, вкусно. Peach. $2.50. Ага, вот внизу обычная овсянка. Сейчас я еще такие цельные хлопья возьму. Вот они такие огромные банки. О, вот такую вот я и возьму сейчас здоровую банку. Еле-еле я ее беру. Так, тут, значит, такая штука за $1. Это вот как завтраки детям в школу дают. Значит, конфетка, печенька, сыр и мясо. Такие вот чуть-чуть. Такие как перекусы. И вот такой вот перекус стоит $1. Честно говоря, кушать тут абсолютно нечего. Сырки, вот их очень много нарезанных, чтобы никто не напрягался. Вот это вот все, оно уже все потертое. Но мы не ленивые, мы и сами можем себе потереть. Вот, я хочу моцареллу. Так, это не та моцарелла. Вот еще такие палочки, дети их любят брать, их очень удобно брать в школу. Такое я иногда покупаю. Так, и вот такая, по-моему, моцарелла. Вот такая моцарелла. И вот такая. Я вот такую возьму, я люблю такую моцареллу. Вот это очень такие вкусные, насыщенные соки. Написано, что они там, это как смузи, он действительно очень густой идет, очень такой сытный, вкусный очень сок. Это обычная ерунда какая-то, лимонадная. Это тоже. Вот это внизу стоят фреши натуральные. Есть, которые пастеризованные соки, есть, которые не пастеризованные. Вот написано, вот этот вот, да, он вкусный, но я не уверена, что он именно вот. А вот есть сок, который написано Florida Orange, 100% не с концентратом. Вот такой мы обычно покупаем, и он очень вкусный. Вот отдел таких всяких вкусняшек, конфеток. Сейчас вот уже... Сейчас покажу, значит, 20 минут 10 вечера. Это мы так поздно сегодня собрались в магазин.
такие всякие упаковочки сникерсов, марсов и всего-всего вот подобного. Фикса. Все, наверное, виды M&M's.